В Северо-Казахстанской области повсеместно устанавливают системы видеонаблюдения. Меры безопасности усиливают в школах и детских садах. Местные власти уверены, что технологии помогут снизить количество правонарушений. Все подробности у Нургуль Ахметовой. Можно почти всю деревню увидеть. Директор Ольгинской основной школы Алибек Забенов теперь в несколько кликов может посмотреть, что же происходит вокруг учебного заведения. Камеры здесь установлены как снаружи, так и внутри здания. Планируется дополнительно к 1 сентября установить еще 5 камер, сигнал оповещения и тревожную кнопку, где районная РОВД будет в доли секунды информированы, что у нас в школе, например, ЧП и так далее. Вот в данный момент вы меня снимаете на камеру, а наша камера снимает вас. И эта запись будет храниться 30 суток. Современные технологии постепенно захватывают все наше пространство. Теперь даже в отдаленных селах сложно пройти по улице и не попасть в поле зрения систем видеонаблюдения. За последние несколько лет только в школах и детсадах области установили свыше 11 тысяч камер. Все больше и больше средств видеонаблюдения становится и на поселковых улицах. К примеру, в районе Шалакына в этом году камеры установили во всех 10 сельских округах. Местным участковым инспекторам это существенно упрощает работу. Нарушителей видно прямо из кабинета. Ну, например, вот мусор выбросил, уже сразу мелкое хулиганство идет, сразу видно. Это 434 выброс бытовых отходов. Время, фото идет сразу здесь, фиксируется. На установку уличных камер в селах района Шалакына было выделено 10 миллионов тенге. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Хабар 24, Северо-Казахстанская область.